Алло. Ира, как у Да, тебя дела идут? нормально пока. Выставляй все цены. Даже вот если у тебя в документах 86, ты пиши 91. Все равно они порежут. Что-то будет надо оставить, чтобы срезать. Ты меня поняла? Я еду к тебе, я сейчас объясню. Ну хорошо, Михаил Леонидович, я тут на месте. Я еду, сейчас я тебе все объясню, но и металл, который ты закладываешь, цену закладывай выше. И еще что-нибудь выше закладывай, еще. А они чуть-чуть порежут, потому что как раз оставят там те цены, которые у нас есть. Кроме этого, шпунт весь берем. Я еду к тебе, сейчас буду через 15 минут. Ну хорошо, наберете, чтобы я же слышала.